Девчонки, всем привет! Сегодня решила сделать браслетик из бисера твин. И вот выбрала три варианта, которые хочу использовать. Не могу определиться, либо основа будет белая, либо сиреневая, либо розовая. И в тон подобрала три цвета бисера. Это бисер номер 8, вот такой яркий, неоновый. И посветлее, поспокойнее тон. И десятка будет вот такая, цвет фуксии. Предлагаю плести данный браслет на толстой мононити, у меня вот такая. И для тех, кому интересно, эти материалы я покупала в интернет-магазине Леонардо, очень классный магазин. Для тех, кому интересно, ссылочку на данный интернет-магазин я ставлю внизу под этим видео, вы сможете перейти и выбрать для себя то, что вам понравится. Мы начинаем мастер-класс сейчас. Сейчас я расположу бисер, как мне будет удобно, а вы пока можете подписаться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео, мастер-классы. Итак, друзья мои, забыла вам сказать, что по номерам, по размеру, ну это твины, это бисеринки с двумя отверстиями, это чешский прециоза размер десятка, и вот этот светло-розовый, это размер номер 8. Мы приступаем к работе. И смотрите, мы поочередно, вначале я надену на иголочку твин и пропущу, оставляя хвостик для того, чтобы пришить замок, я оставляю хвостик 15 сантиметров, тот, который у меня будет в руке. И затем я провожу во второе отверстие твина, этого же твина, леску. Вот так. Затем, смотрите, друзья мои, мы с вами будем набирать поочередно бисеринку на иголку, бусинку твин, опять бисеринку, бусинку твин. Вот таким вот способом нам нужно набрать необходимую нам длину для браслета. Итак, друзья мои, я набрала примерное количество необходимых мне бисерин для длины моего браслетика. Вот такая вот снизка у нас получается. Затем, смотрите, мы разворачиваемся, делаем разворот через вот эту последнюю крайнюю бисеринку твин, пройдя во второе отверстие этой бисеринки. Вот так. Затем, смотрите, мы будем делать точно то же самое, только в обратную сторону. Мы будем набирать одну бисеринку 10 номера и проходить через второе отверстие каждой последующей бисеринки твин. То есть вот так. Вновь я набираю одну бисеринку розовую, провожу иголку во второе отверстие бисеринки твин. Вновь набираю одну бисеринку, провожу в следующее отверстие. И не забывайте подтягивать нитку, потому что нам с вами нужно сделать натяжение. Это будет каркас для нашего браслета, чтобы он был жесткий. Вот так ровненько должно у вас получиться. Постоянно мы набираем одну бисеринку и проводим иголку в последующую бисеринку твин во второе отверстие. Вновь набираю одну бисеринку, провожу в следующую. Продолжаем так до конца. Вот такая цепочка получается. Теперь смотрите, мы разворачиваемся. Опять же выводим ниточку с иголкой из вот этой бисеринки. И затем плетем следующий ряд. И следующий ряд мы будем плести с вами, набирать будем. Итак, набрали 3 бисеринки. Номер 8, 10 номер и номер 8. И проводим иголку в эту же самую бисеринку номер 10. Вот так. То есть бисериночки встают вот так. И затем, смотрите, я провожу ниточку с иголкой через вот эту крайнюю бисеринку номер 8 вверх. Вот такой вот поворот. Затем, друзья мои, смотрите, мы с вами будем набирать одну бисеринку номер 10 и одну бисеринку номер 8. И проводить иголочку мы с вами будем в следующую по ходу плетения бисеринку вот эту.
Вот так. Затягиваем. И проводим иголочку, опять же, в крайнюю бисеринку, вот эту номер 8, снизу вверх. Вот так. Вновь набираем на иголочку одну бисеринку номер 10, одну бисеринку номер 8. Проводим иголочку в следующую по ходу плетения бисеринку номер 10. Вот она. Затянули. Проводим иголочку снизу вверх в восьмую бисеринку. Вновь повторяем все точно так до самого конца. Набираем 2 бисеринки. Проходим в следующую по ходу плетения бисеринку номер 10. Разворачиваемся и проводим иголку через только что добавленную бисеринку номер 8. Проплетите, пожалуйста, так до самого конца. Итак, смотрите, мои дорогие, мы с вами проплели вот такую ленту. Это было самое-самое сложное. Теперь все будет очень просто. Выведите иголку с ниткой из вот этой бисеринки номер 10, и затем мы будем набирать с вами по одной бисеринке твин и проходить иголкой в следующую бисеринку по ходу плетения. Вот так должны встать бисеринки твин между бисеринками ярко-розового цвета. Вот так набираем по одной и проводим иголку все в следующую бисеринку. Вот таким вот способом проплетите, пожалуйста, до конца. Доплела до конца, вставляя между бисеринками ярко-розового цвета по одной бисеринке твин. И теперь, как вы уже догадались, мы будем с вами проплетать по одной бисеринке, проплетая их, вставляя между бисеринками твин. Нам нужно теперь проплести этот браслетик в обратном направлении, пройдя через каждое второе отверстие бисеринки твин. То есть набираем одну бисеринку ярко-розового цвета размер 10 и проходим по всем вот этим вторым отверстиям бисеринок твин. Итак, самостоятельно доплетаем до конца. Замочек у меня будет самый простой, вот такой вот карабинчик. Я также покупала в Леонардо. И пара соединительных колечек. Итак, доплела я браслетик до конца. Теперь в конце я вывожу иголку из вот этой бисеринки, из твина, которая ближе к центру. Вот так. Затем набираю на иголку несколько бисерин. Предположим, 5-6. И проводим иголочку в соседнюю бисеринку твин на себя вот так. Затягиваем нитку. У нас получается вот такая петелька. Пройдите эту петельку несколько раз и со второй стороны поступите точно так же. И вот что у нас с вами получилось. Стильный, яркий и очень простой в исполнении браслетик. Если мастер-класс вам понравился, ставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. А также добавляйтесь, друзья, в нашу с вами группу ВКонтакте, в Инстаграм. Пишите ваши комментарии, я буду очень рада. На этом все. Всем пока!